Всем привет, друзья! И сегодня у нас на рассмотрении вот такой вот дорогой во всех смыслах Супермен. Это так называемая Limited Edition Chase версия обычного Супермена. Это металлический Супермен, если точнее. И вот, хотите верьте, хотите нет, но в долларах такая фигурка начинается от 125 долларов. Соответственно, это по нынешнему курсу уже гораздо больше 7000 рублей. А я вот эту фигурку продаю за 4000 рублей, потому что у меня, вот как видите, плохая коробочка. Вот и снизу отходит, и сверху отходит. Вот если бы коробочка у меня была прямо в идеальном, так называемом, mint condition, то я бы мог ее вот за полноценность за 7000 продавать. Ну, давайте вот посмотрим этого товарища. Так, тут вон еще, кстати, дополнительная картоночка с рекламой Legion of Collections. Это подарочные коробки, которые за подписку собирает Funko. Ну, в России они недоступны, поэтому смысла про них рассказывать я не вижу. Ну, давайте вот самого посмотрим. Вот, я не знаю, будет ли видно. Так, это вот номер здесь его. Тут его, конечно, не очень хорошо видно, но вот здесь он есть. Он просто белой краской нанесен, поэтому его не очень видно. Но обратите внимание, сейчас вот его поверну, на дату производства. То есть это 2010 год. То есть как раз практически то самое время, когда Funko только начали выпускаться. Соответственно, мало того, что это Metallic Chase, так это еще и фигурка из самых первых коллекций, которую сейчас очень тяжело достать. Поэтому эта фигурка, даже если бы она не была Metallic Chase, а была бы обычной, все равно бы стоила хороших денег. Конечно, бы не 3, не 4 тысячи, но за 2, я так думаю, можно было бы продать совершенно спокойно. Потому что это все-таки уже давно не выпускающийся продукт. Для тех, кто не знает, все Funko, которые выпускаются, они через год или даже раньше уходят в так называемое vaulted состояние, то есть когда они перестают выпускаться вообще. И именно после того, как они становятся vaulted, они приобретают сразу же мгновенно ценность. Вот. Давайте еще раз поближе посмотрим. Как видите, он стоит в обычной не экшен позе, как и все, собственно, вот сейчас попробую показать. Не знаю, будет ли видно. Вот, обратите внимание, все стоят вот так вот, сжав кулачки. Ну и, собственно, главное его отличие то, что у него краска, покрытие не стандартное такое синее, а даже вот не знаю, фиолетовое и с металлическим отливом. То есть вот поэтому он называется Metallic Chase. Вот. Так что вот такой вот необычный у меня есть Супермен в коллекции. И для тех, кто захочет такую фигурку приобрести, я сразу говорю, в магазине в Нарисованном мире она у нас не лежит, она у меня дома хранится, потому что имеет такую ценность. Поэтому, если кто-то захочет приобрести, то связывайтесь со мной во ВКонтактике, там, по телефону, в Инстаграме, где угодно, и обговорим. Вот, и цену, и доставку, и так далее. Вот. Вот такой вот у меня необычный и самый дорогой экспонат в продаже на данный момент. Отдельная история, как я его достал. Возможно, когда-нибудь расскажу. Вот. Сейчас у нас все-таки коротенький обзорчик такой. Вот. Ну и на этом будем закругляться. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, вступайте в наш Инстаграм, Телеграм, смотрите трансляции на Твиче и Миксере. В группу обязательно вступайте, там постоянно всякие розыгрыши, конкурсы и прочее. Ну и, конечно же, заходите в наш магазин «Нарисованный мир». Всем пока!